Всем привет на моем канале. У меня сегодня событие, воскресенье, и я иду впервые на концерт органной музыки в Америке. Я, если честно, большой фанат разных музыкальных мероприятий. В Москве я постоянно ходила на разные концерты, иногда также на органные концерты. Ну, конечно, я больше люблю какую-то попсовую музыку, но сегодня я решила разнообразить свое времяпрепровождение, нашла очень хорошие билеты, поэтому я сейчас еду в самый центр до даунтауна для того, чтобы пойти в Disney Concert Hall. Это один из самых популярных консерваторий, которые находятся в Лос-Анджелесе, и здесь играют самые лучшие концерты джазовой музыки и каких-то классических произведений, а также концерт органной музыки. У них есть огромный современный орган. И я приглашаю вас присоединиться ко мне в это маленькое путешествие сегодня вечером, так что не переключайтесь и поехали! Сейчас время 5:30 вечера, и у нас уже закат, вот такой красивый розовый закат. И я иду на остановочку, на которой обычно сажусь и еду на работу. Вот так вот проходит моя дорога вечером. Кстати, все очень красиво подсвечивают. Несколько месяцев назад мужчины, какие-то работники украшали вот эти деревья. Каждую веточку они вручную обматывали огромным количеством гирлянд. И здесь так повсюду. Это очень красиво, и я люблю гирлянды дома. У меня тоже есть несколько, поэтому я хожу и любуюсь на эти красивые деревья. Кстати, все новогодние украшения уже убраны, потому что как только закончилось Рождество 24-го, с ночи на 24 на 25 декабря, 25 декабря все гирлянды были убраны. Вот здесь стояла огромная елка, но теперь уже больше ее нет, поэтому мы не можем наслаждаться больше какой-то рождественской красотой. Так выглядят дома на моей центральной улице, где я сажусь на остановке, еду на работу всегда. Вот оттуда, там моя остановка находится. И здесь, в принципе, достаточно безопасно. Такие красивые высотные дома. Здесь даже иногда снимали фильмы какие-то старые в 90-х годах. Эти дома, вот особенно вот этот дом, был героем и участником киносъемок одного из популярных фильмов. «Чокнутый профессор» назывался фильм, и это был фильм начала 2000-х. Который я как раз пришла. Это очень необычное строение, сделанное из каких-то листов металла, необычной геометрической формы. Сейчас посмотрю, что там внутри. Кстати, вот и какие-то афиши, вывески того, что будет. А это располагается концертный холл в самом центре даунтауна. Вот здесь живут люди. Такие квартиры, наверное, стоят однокомнатные порядка 10 тысяч долларов в месяц, оплата аренды, у кого-то елочки стоят. Ну, прикольно, конечно, жить в таком центре, если у тебя есть машина, и ты безопасно можешь передвигаться по городу. Вот здесь можно купить какие-то открытки, сувениры, которые посвящены этому концертному холлу. И вот здесь вот, как я понимаю, вход. Да, вход, эскалатор, ты поднимаешься вверх и будешь уже находиться в концертном холле. Наверное, это что-то типа вроде Крокус Сити Холл. Я уже зашла внутрь концертного холла, и здесь идет лекция самого мужчины, который будет у нас играть на органе. И здесь уже собрались люди, которые хотят узнать о нем больше. Здесь необычное очень строение, витиеватые лестницы,
основном одни пенсионеры, люди в возрасте и я. Но я люблю такое, поэтому я с радостью пришла. Здесь, кстати, внизу есть кафе, кто не успел поесть, может там перекусить что-то, выпить шампанское или вино. И сейчас я пойду уже в зал и покажу вам часть зала и расскажу еще, что у меня вообще происходит в жизни. Вот так вот выглядит зал, а вот это сам виновник торжества орган, который я пришла. Здесь, как говорят, очень хорошая акустика. Конечно, к архитектуре есть вопросы, но по факту акустическая часть сказали, что будет очень хорошая. Здесь много мест, и они идут вот так по кругу. Ну, это что-то вроде Крокус Сити Холла, только более маленького. Здесь наверху есть еще балкон, но так в основном вот здесь вот все места. Поэтому я не выбирала какие-то близкие места, потому что они стоили дороже. Я купила билеты по достаточно приемлемой цене. Если интересно, пишите в комментариях, и я напишу, сколько стоил билет. Давайте угадаем все вместе, сколько стоит билет в такой зал на органный концерт. А вот закончился концерт, и я вышла, и оказывается, я была на концерте Кристиана Шмидта. Это, оказывается, один из самых известных органистов современности на данный момент. И реально было очень круто, и он реально огромный профессионал своего дела. И было немножко, кстати, странно, что здесь после каждого произведения никто не хлопает. И я так удивилась сперва, никто не хлопает, не хлопает, такое молчание наступает в перерывах между произведениями. А потом в конце все резко начали хлопать. И я такая думаю, ну ладно, все значит нормально, все хлопают, слава богу. Вот такая история. Сейчас вызвала такси и поеду домой. Мне очень понравился сегодня этот вечер. И обязательно, когда у меня будет следующая возможность сходить на какое-то такое мероприятие культурное, я обязательно возьму вас с собой. Поэтому не переключайтесь, увидимся в следующих видео. Всем пока! Можете подписаться на мой инстаграм, там я планирую добавлять какие-то дополнительные материалы и также всегда веду сторис. Поэтому увидимся в инстаграме. Всем пока!